Катаре завершился чемпионат мира по боксу, отборочный турнир на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сборная России стала второй в общекомандном зачете, пропустив вперед только кубинцев. У наших боксеров в Катаре 4 медали, 2 золота Виталия Дунайцева и Евгения Тищенко, серебро Василия Егорова, а также бронза Павла Селягина. Первыми в Дохе стали кубинцы, которые завоевали 4 золота, 2 серебра и бронзу. На третьем месте команда Азербайджана. Таким образом, на данный момент у россиян есть олимпийские лицензии в 7 весовых категориях из 10. Пока на Олимпиаду не сумел отобраться никто из российских супертяжей, а также боксеры в весе до 60 и до 81 килограмма.